Кирилл. Thank you.
куда-нибудь поворачивать. А, это еще не то. Thank you.
дорога закончилась, нет? Может, надо выйти, посмотреть что-то? О, как красиво-то! Давай выйди, посмотрим, что. Да, что-то мы не туда заехали. Вон, смотри, вот там дорога какая-то, и вот туда идет, смотри. Вон, видишь, надо вон туда, туда вот ехать. А как спуститься? Вот это обрыв. Нам надо или там ехать, или там мы вот спуск где-то есть. Вот с асфальта откуда? Наверное, вот там от Чембуркасы. Здесь такие подсолнухи красивые. Заехали немножко не туда. Сейчас поедем искать нужную дорогу. Получается коса, да? Асфальт? Как стоите? Красиво, да? Я путаю. Я тут иду. Что написано? Прибрежная защитная полоса. Реклама на русском радио. Чего там? Какая-то прибрежная защитная полоса. Соленая, да, в море. Ну тут был бы спуск, да? Там, да. А в принципе... С магазинами в огне у дома. Везде как дома. Сосиски молочные, почерки, соски, чирки, сладкошесов. Можно найти вопрос. Тот, который ведет к собой. База какая-то. Остается комната. Прям море. Ой, повис. Мы заблудились, первый раз едем на это место. Пошел спросить у местных жителей. Это какая-то фигня. Везде все закрыто, загорожено, базы, ни дороги, ничего. Обычным людям нельзя тут, походу, отдыхать. Кружим, кружим, блин. Что это такое, какая-то военная штука там, локатор какой-то, вышка. Где сейчас объяснят нам?
Да туда, наверное, куда-то. Тоже она и ищет, блядь. Пока у нас стрелочка. 15 минут. Поехали туда тогда. Выгонят, так выгонят. Может, не выгонят. Колхоз, что это такое? Машина едет какая-то. Кто-то въехал. Дети какие-то бегают. Вроде нашли какое-то место. Сейчас посмотрим. Тут машина стоит с палаткой. Вот. Не рискнули сюда заехать в песок, потому что один раз мы застряли. Один год ездили. Буксовали в песке. Вот. 3 часа откапывались. Что машину оставили вот там. Идем посмотрим. Красиво тут, да? Ой, тут хорошо, да? А что, хорошо тут? Туда, а там дом работы не надо. А мы сюда заедем, не застрянем? Не, сюда не было заезда. Он не дополни привод, а он не. Ну, давай тогда перетащим все вещи. Нет, чайник. Нет, мы вот проедем туда, вот там. А, туда дальше? Да. Глянь, там кто-то зарядку делает. Приседает, да? Да там что-то много народа, там никого нет. Можно там сюда поставить. Не вот там. Ой, тут лодки. Класс, корабль какой-то. Может быть, вот туда? Ну вот там тенек. Прикольно, лодки, старый корабль. Вот, мы устроились, поставили зонтик. Такая красота здесь, тихо, никого нету. Люблю так отдыхать, чтобы никого не было. Только мы и все. Сейчас пойдем искупаемся немножко. Потом будем мазаться кремом. Купила вот такой вот 45 SPF, такой крем. Раньше брала наподобие тоже флуоресан, только в желтом тюбике, это в белом. Вот. Пойду сейчас искупаюсь быстренько, уже не терпится. Это чумбур коса, вот. Называется место. Первый раз мы сюда пришли, обычно на Павла Очаковскую ездили, но если честно, мне здесь нравится больше, чем на Павла Очаковской косе. И людей меньше. Пошла я. Да, первое впечатление, конечно, обманчиво. Вода здесь грязная оказалась. И не поплаваешь тут. Какие-то илистые штуки. Как черная грязь какая-то. И прям немножко заходишь в воду и по колено утопаешь в этой грязи. Вон муж пошел исследовать дно. Вот, конечно, неприятно. Водичка грязная. Но хорошо, здесь такой ракушечник. Здесь помельче, а там к воде покрупнее ракушки. Потом чуть попозже сниму, вам покажу. Ой,
красиво, хорошо, тихо, но вода, конечно, здесь не очень. И сейчас обратили внимание, что тут никто не купается. Заходит только по колено и все. Вот. Так что вот так вот. Ну, будем отдыхать, делать нечего. Ехали сюда 2 часа, поэтому останемся уже, наверное, здесь. Мы решили поехать в другое место. Тут нам не понравилось. Сидите пока. Красота. Что снимаем? Павла Очакова. Посмотрим, что тут есть. Запьем. Заехали в село Павла Очакова, называется. Муж пошел в магазин. Вот, и заодно спросит там в магазине, есть ли тут нормальный пляж, куда можно спуститься. Покупаться. Сейчас спросите, если нет, тогда поедем на Павла Очаковскую косу, на обычное наше место, где мы обычно отдыхаем. Такое у нас сегодня путешествие получается. Но я думаю, сейчас закончу это видео свое, и следующую часть вы увидите в следующем видео, куда же мы все-таки приедем, где найдем свое место для отдыха. Вот. Так что сохраняю такую интригу, чтобы вы посмотрели следующее мое видео. Пока-пока.